Всем привет! Мы с Индерамата вышли погулять. Ашкин, туда смотри. Туда смотри, сюда смотри, Бурдаба. Погулять вышли. Салям. Салям. Мы, короче, в Батуми гуляем, с ним гуляем, так хорошо. Посмотрите, какое вот интересное вот дизайн у этого здания. Раньше здесь была старая почта. И вот когда я приехала год назад, я обалдела от того, что внутри этой почты сделали вот такой отель и казино. В общем, Батуми изменился, изменяется на глазах, мои хорошие. И вот мы решили сегодня пешком прогуляться, потому что он небольшой, не так как Мерсин огромный. Нельзя прогуляться. Вот мы сейчас и эта гостиница сзади. Казино. Вы видите, кругом казино. И вот там, вот посмотрите. И тут напротив дома, и там казино, и там казино. Везде казино. Хорошие, посмотрите на Эндера. Он увидел турецкую делегацию, или ну турецких туристов. Быстро побежал за ними. Такой счастливый, когда кого-то видит. Как я в Мерсине вижу русскоговорящих, бегу. Потому что все говорят здесь на грузинском, на русском, я ему перевожу. И вот он, в общем, вот так вот, такой счастливый. Посмотрите, какая красота стала здесь. Вот. Вы видите? Парк там, дом правительства раньше, вот прямо напротив. Дом правительства, вот эта вся улица такая государственная. Очень все красиво. Видите, как объясняет. Очень красивый дизайн. Видел своих, как разговаривают. Какое красивое здание поблизости. Сейчас я не знаю, что здесь, но внизу ресторан. Ресторан Пактинга. Красота. Мемет Абашидзе. Легенда Батуми. Грузинский политик, общественный деятель, в период царизма османского и британского господства боролся за возвращение Аджарии в состав Грузии. Был репрессирован и расстрелян в 1937 году. Мемеду Абашидзе принадлежит высказывание: «Я и мои аджарские братья будут со всеми, кто любит мою родину, Грузию». Вот такая вот легенда. А это церковь Батуми, христианская. Сейчас я зайду туда и зажгу свечечки. Смотрите, какая красота. Это пиаца. Вы, наверное, слышали много, видели вечером. Это такой вот... Покажу, короче, смотрите меня. Друзья мои хорошие, была в церкви, помолилась Богу. Сейчас, подождите, я разговариваю. Помолилась Богу. И мои хорошие... Так легко стало, взяла свечечки. Мой муж зашел тоже, ему понравилось внутри. Как раз была служба, связанная была с, говорят, старый Новый год, праздник какой-то, 14 сентября. Я сама даже удивилась. Ну вот такая вот, ой, хорошая у нас прогулка. Я такая счастливая. Друзья мои хорошие, и сейчас мы заходим в пиаццу, легендарная пиацца. Здесь проходят концерты. Здесь вокруг, посмотрите, какая, как старинное здание, отреставрированное. Находится на территории старого Батуми. Посмотрите, какой красивый фонтанчик. Ангелочек сидит. Как не помыть ручки, скажите. Сенде, сенде, Ашка. Сендейка. Были лязем. Эндер Батуми. Ашкин. Негюзель шарки. Баксен негюзель. Сейчас я вам покажу все поподробнее и помедленнее. Посмотрите.
На это смотреть только. Спасибо. В общем, вы очень много видели, наверное, по телевизору, но сейчас я вам покажу это воочию, как все выглядит. Посмотрите. Французская и английская музыка. Здесь вечером очень красиво. Акшам Бурда, Акшам Гюзель. Концерт вар. Вот здесь вечером, как я сказала, концерты проводят. Сейчас в летний период очень много. В общем, вот такая вот красота. Ну, дорого здесь. Сразу могу сказать. Матч давар баксин сен. Амачок пахалы бурада. Сюда могут позволить себя только очень...